Фирма блокчейн Templum и брокер-дилер Liquid M Capital обнародуют альтернативную торговую систему токенами Templum ATS. Новый ATS призван предоставить доступ к полному жизненному циклу безопасности токенов криптовалюты. Мало того, что Templum позволит торговать токенами на вторичном рынке, он также позволит выпускать новые токены с помощью ICO. Помимо этого, платформа позволит инвесторам обменять любой криптовалютный токен, классифицированный в США как ценная бумага. Как сообщает CoinDesk, ATS будет регулироваться как комиссией США по ценным бумагам и биржам, так и управлением по регулированию финансовой индустрии.